Друзья, мы очень рады поделиться с вами отзывами на музыку преображения, которые появились в результате онлайн-встречи. Так здорово, что музыка столько прекрасного в наших сердцах пробуждает. Жизнеутверждающая музыка сейчас такая очень нужна. Наталья Тютрина, город Южно-Сахалинск. Музыка будто знаменует приход весны в мир. Елизавета Чарова, город Южно-Сахалинск. Спасибо за чудесную музыку, за наполнение красотой, гармонией и радостью. Огромная сердечная благодарность. Мирославская Натали, город Санкт-Петербург. Спасибо, музыка мне очень понравилась. Хоть в тонкостях звучания я особо не понимаю, но настроение такое хорошее. Для меня эта музыка дает какую-то надежду и веру в лучшее. Всего доброго. Галина Цыдыпова, город Чита. Какая волшебная музыка. Я пошла за кисточкой и красками. Захотелось рисовать. Ирина Гуль, город Санкт-Петербург. Какая чудесная музыка. Такая, что даже слов нет. Прекрасная, чудесная. Так хочется слушать и слушать. Яна Писарева, Грузия. Какое волшебство. Истинная музыка преображения. Все плохое настроение и уныние растворилось в радости и вдохновении. Торжество и надежда в музыке. Ощущение Нового года, надежд, радости. Спасибо за знакомство со сказкой. Светлана Никитина, город Севастополь. Музыка волшебная, вдохновляющая. Спасибо за чудесную встречу с ней. Арина, город Ейск. Это словно та музыка, которую я слышала внутри себя в детстве. Потрясающе! Как композитор это чувствует? Благодарю за изобилие красоты и гармонии. Евгения Губина, город Санкт-Петербург. Для меня эта музыка утверждает спокойное, неизбежное торжество светлого будущего. Она наполнена детской чистотой. Елена Степанова, город Барнаул. Я услышала музыку впервые, и мне все понравилось. Очень. Ирина Свиридова, город Старый Оскол. Музыка очень красивая. Спасибо огромное за эту волшебную встречу с ней. Балякина Галина, город Санкт-Петербург. Очень светлая музыка, как пробуждение природы. Сразу хочется пианино и играть ее. И так здорово, что можно электронно заказать. Светлана Николаева, город Южно-Сахалинск.